Жители Карелии смогут написать экологический диктант. Всероссийская акция пройдет с 15 по 16 ноября. Участников ждут вопросы об особо охраняемых территориях, правилах обращения с отходами, защите природных ресурсов и правилах пожарной безопасности в лесах и у водоемов. Тестирование проводится с целью повышения уровня экологической грамотности россиян. Его поддержали некоммерческие организации, правительство страны и известные деятели культуры и науки. Проверить себя можно будет на сайте «Экодиктант.рус». Это займет не более часа. Все написавшие диктант получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от количества набранных баллов.